Володя, остатки. Вот сегодня уже 19 июня, еще картошку не прикасать начинали. А там вот мотоблок. Дожди каждый день идут, дожди. Подожди. Вот этот огородчик свой. Сейчас насадили здесь кидалка, картошка. Вот. Хотя зарыхляет почву. Сегодня дал мне Володя занятие. Работаю. Лук. Четыре ряда, длина грядки этой, ну грядки как называем, примерно 60 метров. Может поменьше маленько. Туда, да. О, показывает, железяка. Вот это да. Кот вышел, и черная кошка, и она сразу поймала мыша, а он ходит только, заботится, чтобы никто не женился на его. Вот она идет за ним. Черная, черная, где она была? Да она мышек ловит, а черная какая хорошая кошка. Вот она пошла. Сейчас с Володей пойдем картошку брать, которая проросла уже. Это Володя здесь помидорчики. Подвязаны. Могут быть уже. Нынче. Вот такое дело. А там у меня голуби, которых привез я отдельный вольер им построил. Отбил остальные голуби. Она голубка такая слабая, они там втроем за ней ухаживают. Вот так. Вечка, эту дорогу нам вчера перегородили тут. Захватили вот этот дом. И дарят дорогу, да вот смешно. Веры совсем никакой у людей нету, совершенно нету. И главное, чем не богохульнее, те все друзьями считаются. И ничего нельзя сделать, это уже все. Вот я как считал, сколько, что такое хулана Духа Святого, гляжу, вот эти вот, что вытворяют они против нас. У нас тут половина дома делал я, тут и спрашивать не надо. Вторую половину выкупил. Ну, что-то где-то в справках не так. Перехватили, все, дом наш. Дарят друг другу прям, до того смешно. А вопрос это вечности, это все глупости. Давай. Пойдем. Давай, заходи. Вот так. Где тут у нас работники наши? А здесь мы? Да, они здесь. Вот наша чайка. Под ногами ложка. А посмотрите. А под ногами ложка валяется. Где? Вот. Ложка, значит, с крыльями у нас. Помыть надо. Конечно. А тут кто? Вот он крышку доедает.
Ядра, ты что крышку-то взял? Да, глянь, держит в зубах и разговаривает одновременно. О, там наверху тебе хорошо. И все. Не упади, только смотри. Шторки обязательно закрывайте на ночь плотно. Каждый день. А утром откроете. О! Что? Ой, да голос у него какой, прямо начальник. Ну, загородили, ишь, как картоном. Вылезти не смогут. Ну, ладно. Сейчас мы за картошкой поедем с Володей.